Пешка, извините, у меня пока создается мир. Вот, сегодня смысла я думаю и Бартик. И сегодня я вам покажу, как построить реально очень красивый батут. Нам нужна территория. Это без модов. Красивый батут. И да, это возможно. Значит, берем. Нам нужны слаймовые блоки. Нам нужны черные ковры и белые ковры и черная шерсть. Многие скажут, что это может быть некрасивым, но по-моему это будет очень красивым ковром. Этот дизайн я прямо придумал перед видео. Вот и пурпурная колонна нам нужна еще. Сейчас найду эту шерсть. Вот. Из которой мы и будем это делать все. Ладно. Че? На, да блин, почему я взял не белый, а белый. Самый первый из предложенных, белый. Вот теперь выбираем территорию. Ну. И ставим вот так слаймовые блоки сейчас. Вы можете посчитать, сколько блоков. Я буду просто строить. Значит. Значит, мы делаем вот такой квадрат. Ну, сейчас я доделаю, чтобы это было похоже на квадрат, в общем-то. Вот, видите, вот такой квадрат. Ставим тут посредине 4 белых ковра. Вот это чтобы показать, как это чтобы вот так пройти. Черные ковры. Надо еще чуть-чуть территории. Подождите. Сейчас мы сделаем территории побольше. Это порт не обязательно, это порт. Вот так. Это листва там падает. Ну, палка с неба упала. Листва.
Видите, вот такой вот площадочка. А, вот ты. Моя помеха. Значит, тут делаем типа такой подъем. Ставим вот сюда вот блок. И черной шерсти. Тут типа подъем. Потом ставим спани. Это с двух сторон так надо сделать. Вот. Теперь ставим вот тут. Тут. Лодки. Так вот. Ну, то вот черная шерсть, это не обязательно. Это как бы будет сейчас использовать. Вот потом. Вот тут вот так. Ой. А, ой. Тоже стоит вот тут так найти вот так вот эту штуку вот и тут короче вот такую плату. Ой. Вот тут заделать не все. Так, значит, это было быстро. Вот этот блочек убираем. Потом ставим вот тут от блока шерсти. Ну, не по блоку шерсть, но вы поняли. По ковру шерсть. Странно. Вот. Потом ставим с каждой стороны по слайму блоку. Это типа, ну, для ограждения. Вот это вот сделаны бортики. Сейчас берем вот так вот. Ставим вот так вот все. Ну, вы поняли. Вот, теперь приступаем к лестнице.
спрашиваете, почему путаю. Сейчас оставим день. Сейчас вот опять. Вот столько высоту блоков, но вы можете посчитать. 2, 3, 4. Ну, короче, вот. Восемь блоков. Вам это не надо делать. Это что это у вас? Убираем нафиг. И значит берем лесенку. Значит, давайте лезем сюда вот. Теперь вот сюда вот. И отберу. И видите, прикольно же. Можно сделать башенку и повыше. Ну вот эта башенка. Можно взять вот это вот что. Где-то призмариновая. Где-то призмариновая какашка. Это не призмариновая даже. Ну, вы поняли, да? Надо пытаться попасть на беленький. Значит, вот так вот берем. Тут не важно, как оно будет. Как вот эти вот будут стоять блоки. Главное, чтобы по ним можно было лестницу поставить. Значит, так. Вот это что? О, батут, я на него хочу. Вот так. А я дальше поднимаюсь, ну вот это. Сейчас я здесь закрою глаза. Бег! И на дерево прыгаешь. Ой. А, вот так брошь разбег и на дерево. Стоп, я упал сюда. Стоп. О, прикиньте. Реальный. Построим батут. Реальный. Бежим. Да, я вперед зажимал. Понял. С полета. Ясно, короче.
Значит, вот сюда вот и вот. Попробуем делать прямо крутой батут потом на дерево. Хоп! О! Так можно реально бесконечно продолжать. Как можно прямо высоко. Значит, ну, прямо высоко подпрыгнуть. Там надо очень высоко подлететь. Ну, прямо на огромную высоту. Я прямо говорю вообще. Ну. Идет. Хоп-па! Типа тюх, тюх, тюх. Ой. Ладно. Прикинь, реально прикольно. Подписчики, строите такие батуты у себя. Вот. И короче, подписчики, ставьте лайк, пожалуйста. Поставьте мне, пожалуйста, лайк на это видео. И подпишитесь, пожалуйста, если можете. Ну, по возможности, это просто один раз нажать, и все. Как бы. И все. Вы сделали радость другому человеку. Ну, короче, подписчики, всем пока-пока-пока. С вами снова я был Димай Бортик. И я вам показывал, как строить батуты. Крутой батут. Майнкрафт. Всем!